Работа. Обалдеть, это для чего? Чтобы не прилегло, ржавчина потом. А теперь не будет нас материть. Обязательно протягиваем. Дальше чистим. Грязь мешает всем, и тормозам тоже. Смазываем. Привезли нам новые, почему-то будем ставить старые. Ну, они в комплекте идут, да? Обычно в комплекте идут, но что-то в этот раз не было. Но большой проблемы нету. Это просто вкладки. Мы их почистим и будут еще поработать. Уже заблестели. Заканчивается у нас смазка. Ну, как раз хватило. Все, можем ставить обратно.
растягиваем. И можно ставить колодки. И завершена наша замена тормозных шайб колодками. Тормозные диски называют их. Можно тормозить опять. Все, включил. Ну и в завершение ставим колесо. Это обязательно, да? Без колеса тяжело уехать. Ну, возможно. Было бы желание. Не забудьте затянуть гайки, тоже очень большая проблема. Выключаем машину и протягиваем. Далее. Yeah, you know.